lift up. Это Бюргерштейн, но это замечательное место. А что о нем говорить? Надо сюда поехать и там побыть месячишко другой. Вы знаете, у Бетховена очень много вот этого альпийского. Альпийские рога, тирольская, правда, сторона, но все равно те же самые Альпы, примерно тот же самый принцип. Ощущение природы, пространства. Горное, да. Я горы обожаю. Чайковский не любил горы. Окаменевшие конвульсии природы, он говорит. Конвульсии ему чудились. По-моему, красиво. Конвульсии, не конвульсии. Вас можно назвать человеком севера. Вы ведь родились в Архангельске. Так случилось, да. Это случай, но он отпечатался основательно, как я понимаю. Да, терпеть не могу холод. А Сибелиуса? Сибелиуса я обожаю, но это не только холод. Дело в том, что природа в Финляндии и Швеции настолько богатая. Там, конечно, холодно, но вот передает не столько холод, эта музыка, сколько вот эту мощь. Сибирь – это больше озера и леса вот эти громадные сосны. Вот это я действительно очень люблю. Вот я не люблю холод. Мама, она уникальный человек. Я не могу отделаться от того чувства, что я не чувствую, что она моя мама. Мне кажется, она значительно моложе меня. Ваша мама пианистка. Она давала вам первые уроки? Она мне уроков не давала никогда. С одной стороны. С другой стороны, она мне уроки дает каждый день, включая сегодняшний. Это было во время войны. У меня умерла мама. Папа был репрессирован. Он тоже умер уж давно. Я осталась одна с тетей. И поэтому, а у нее сын архангельский был. Он был военный, хотя человек вообще искусством, танцевал в балете и занимался синей блузой. Вот они меня увезли в Архангельск. Так что я случайно там оказалась. Папе рассказать. Это был прекрасный музыкант. Он играл на готово выбранном баяне. И всю свою жизнь он, собственно, отдал этому инструменту и музыке. В свое время он пешком, по-моему, пошел из своего родного села под Костромой, деревни даже, в город Ярославль, довольно далеко, для того, чтобы учиться музыке и играть вот на этом инструменте. Я, собственно говоря, вырос под звуки этого баяна отцовского. Отец занимался дома, занимался регулярно, он играл сольные концерты. Чакона Баха для него была каким-то особым сочинением, где он видел какой-то особый глубокий смысл жизни человеческой. Это произведение постоянно переходило из его сольных концертов, и я постоянно это сочинение слышал. Он все время его играл, штудировал, менял, изучал. Человек он был необыкновенно скромный. Даже где-то, может быть, излишне скромный, застенчивый такой, стеснительный. Но талант у него был настоящий. Каждая пьеса, которую он играл, была для него чем-то очень дорогим. И мой папа был приглашен в Казань с целью открыть в Казани кафедру народных инструментов. И мы всей семьей переехали в Казань, где пробовали 13 лет. раньше началась музыка с пеленок. У меня есть книжка, знаете, такие были книжечки, «Наш ребенок» назывался. Раньше продавали их такие альбомчики с фотографией. Ну и что ж, там вес ребенка, когда родился, цвет волос и так далее. И я стала все записывать. И записывала некоторое время. И вот там у меня уже запись, что с 9 месяцев он уже немножко реагировал на музыкальное звучание. Жили же не богат, мы так не могли ничего приобрести, что-то особого. И когда, наконец, можно было как-то достать инструмент, вот он уже поступил в школу, и вот через месяц у него появился инструмент. Мы жили в классах, и музыка была все время в консерватории. Он же ходил по коридорам консерватории в Казани, я все помню, да, ты мог зайти в любой класс. Он заходил на репетицию оркестра. Гений обязан культивировать в себе осла. Без постоянной работы, без ослиного упрямства, упорства, как хотите, да, постоянного работы над своим предметом. Видимо, какие-то большие достижения в искусстве невозможны. Я плакала, волновалась постоянно. И мы такие наивные люди всегда были и остались почти. Что приедем, пока будем жить под Москвой, потом Москву, но постепенно так все поменяли. У нас была квартира все-таки двухкомнатная, и вот думаю, все это так легко. Но поменяли мы на Подмосковье. И когда мы познакомились с ситуацией, мы поняли, что тут нам и даже думать нечего о Москве. все мои педагоги, они принадлежали к игумновской школе. Что такое игумновская школа? Это школа, которая по существу происходит от Бетховена, правильно? У него учился Карл Черни, как вы знаете, у которого учился Лист. У Листа учился Зилоти. У Зилоти учился Игумнов. Флиер учился у Игумнова. У Игумнова учился и Тимакин, который был его даже ассистентом в классе. Знаете, это потрясающий человек Евгений Михайлович Тимакин. Он говорил просто, но говорил то, что как-то сразу казалось именно истинным. Звук рождается здесь, в кончике пальца, как цветок, который растет на конце растения всегда. Есть люди, которые вечные ученики, например, которые стремятся чему-то постоянно научиться. А есть люди, скажем, которые относятся к категории учителей, как, скажем, гуру в Индии и так далее. Кто-то учитель, а кто-то ученик, понимаете? Вот. И, на мой взгляд, Тимакин принадлежит именно к категории учителей, потому что я продолжаю у него учиться и по сей день. Смысл, великий смысл его школы заключался в том, что первое движение, которое делает пианист, то, что он буквально, вот как он играет простейший какой-то момент, какое-то будет иметь предложение в его дальнейшем развитии, и вот тот же самый элемент будет применен и в сложнейших вещах. То есть развитие принципа из самого примитивного и простейшего до самого сложнейшего. Поэтому все, кто у него занимался, получили в подарок свободу игры на этом инструменте. Ну, свой вечный двигатель. Я не мастерил. Нет, я что мастерил? Как его смастеришь-то? Ну как, чертежи были? Ну, были, наверное, какая-то. Это было давно. Я уже не помню. Давно, но самое интересное время. Да, мне приходилось разные чертежи. Мне нравилось чертить какие-то, выдумывать машины. Не только не машину времени, ее непонятно как начертить. Ну вот вечный двигатель, была идея, парочку идей. Ну какие-то, вот мне нравились тоже пытаться создать какие-то машины для облегчения труда. Ну то есть вот формально никакого гиперболоида не существовало? Гиперболоид мне очень нравилась тоже, эта книга, моя любимая книга. Я не очень понимал, как он устроен, но там есть чертеж в этой книге, вы знаете, да, я ее изучал. Откуда вы знаете? Да-да, гиперболоид, я помню. Действительно, это меня увлекало, помню. Были поползновения создавать какие-то чертежи. Нет, меня интересует математика, не столько математика, сколько, наверное, физика в определенном смысле. Вот эти вот попытки найти общую теорию физики эйнштейновской и вот квантовой механики слить воедино, пока это никому не удавалось. Даже Эйнштейн сказал, в конце концов, отчаявшись, что Бог разделил, вероятно, человеку не в состоянии соединить.